Всем добрейшего времени суток, с вами снова Горыныч и 81-я часть видеопрохождения игры Ведьмак. Так, Ведьмак, Кочеби, Сайоби, давайте разберемся с этими. Мутантами? Не суть. Дело в том, что вот сейчас нам нужно разобраться с той теплой компанией, которая нас будет встречать на входе в усадьбу. Так, здесь самое важное не продолбать смену меча. Дело в том, что какие-то враги у нас тупо дохнут от стального метеоритного меча, но некоторые они магические существа, соответственно, нужен будет серебряный меч. Но с другой стороны, наш ведьмак прокачан по самой неболусе. Единственное, что вот сейчас можно принять эликсир хилинг, и тогда проблем не будет. Раз. Ну, вот там у нас один маг нарисовался где-то непонятно где. Он ефрейтор на слово. Вот так. Ну, серебряным мечом ефрейт убивается, конечно. Не так быстро, как нам бы хотелось. Опять же, применяем групповую технику. Как обычно, цель у нас получает меньшее повреждение, чем те, которые находятся на красном. Так. Мутантом. Ну, не важно. Прячь. Так, и далее сейчас появляются такие вот большие дядьки. Непонятно из кого сделаны, но дело в том, что нам сейчас помогут, и догадайтесь кто, это эльфы Явина. Ну и вот там, вот смотрите. Угу. То есть какая-то Эли нам поможет. Просто ну, главная задача у нас в данный момент времени — это добраться до секретного убежища Азар Еведа. Ну, если кому-то кажется, что имя Азар Евед это очень сложно, вы просто вспомните имя императора Нильфгарда. Имгира. Дальше я уж не помню. Я прошу прощения. Смотрим. Приветствую, белый волк. Явин, рад тебя видеть. Я пришел, как только смог. Как раз вовремя. Волк. Угу. И тебе не хворать. Мне необходимо попасть в убежище Саламандр в старой усадьбе. Главные ворота закрыты. Но я знаю другую дорогу. Где? Каменный колодец. Если спуститься в него, можно добраться до нижних уровней старой усадьбы. Я проведу. Отлично. Кстати, не надейтесь, что Явин поможет вам в драке с Еведом. И, по большому счету, лучше его не перегонять. Потому что вы сами видите, как только мы его догоняем, он начинает тупить и останавливаться. Сцуко! Так, 18+ я написал, да? Ну и ладно. Вот. Как я говорил в предыдущей части, там вот было такое интересное отверстие. И в это отверстие можно будет зайти только после того, как мы разберемся с этими мутантами.
После этого мы попадем в катакомбы под усадьбой этого Бюзе или Бюзе, да хер его знает, как его зовут. И потом начнется мясорубка. Блять, Евин, давай уже на. Животное. Ну, опять такая небольшая разборка. Дело в том, что больших дядек бояться не стоит, но стоит бояться вот этих с мечами уродов. Вот, ну, это была, в общем, не первая часть видео про прохождения «Ведьма». Пока. Хватай веревку и спускайся. А как же ты? Мы тебя подождем здесь. Наверняка появятся еще мутанты. Мы прикроем тебя со спины. Но... Ты должен остановить своих врагов. Быстрее они идут. Удачи и спасибо.